Всем здоров, нафиг, с вами Кэсси, даже другой братан Олег Фосбер. Я продолжаю проходить на Всетал Кэсси. Ну что ж, давайте-ка посетим. Сегодня будем проходить на Нормал. Но перед этим, как мы начнем проходить Нормал, я хочу вам посоветовать канал Ксюня Луня, крутой ютубер, снимает Brawl Stars, Нав, тоже любит. В общем-то, ссылка в описании, но еще подпишитесь. Скуфарт, братан мой тоже. Моего тоже другана. Фокси Фазбер, моего тоже братана. Это мой тоже друган. Подпишитесь на Симчика. И Лефти Соник. Мой самый лучший друг и братан. Ждите с ним четвертую часть. Да. Будет самое круто. Ссылки в описании. А мы начинаем. Итак, Нормал. Так, поехали. Все, мы пройдем, наверное, 3 челленджа. Все. Включаю тут чуть-чуть на громкость. Так. Валили минерины. Валили. А ты не ржешь. Так, часик. Так, чё я слежу, если будешь на па? Скричать не нужно. Вот. Валили. Свалила Балора. Так. Ждите четвертую часть все-таки. Завтра. Валила. Спасибо. Так, не разжать. Так.
Я что сказал? Короче, пофиг, сидим. Уже 6 почти. Все. Shift complete. Все. Фредди Кол, потом Фантайм Фредди. Так, значит. Нифига себе. Так, тут. До свидания. Так, он на третьем. До свидания. Чуть-чуть мне бомбонов не нужно. Так, он с этой стороны. Здорово, Венда. Я знаю, что ты Колдун Фредди. Хотя, жалко, что по FNAF Freddy Fazbear симулятор также по FNAF 3. Нет. Точно? Да. Нету Колдун Фредди. Фантом Колдун Фредди. Рокстар. Не заметил. Дрон не заметил.
Так, ясно. Так. До свидания. Никаких бомбонов. Кажется, моя этим челленджем долго помнится. Так он сет стоит. Я слышу. Если сюрприз, закрываем все двери. Кроме интереса, и он же никогда не полезет. Да. Так. О. Так, с этой стороны пошел. Да, он с этой. Так. Носик. Пока. Банет. Так, он с этой стороны. Так. Так. Правильно, да. Так. Два, три. Фантом Фредди или тебе искать? Так. Сюрприз. Кен Фреддион. Фреддис. Да. Я сейчас ссылки оставлю в описании. Так, я забыл, да, с этой стороны. Повспомнил. То есть теперь проходим только на норму. Только сюда пришел. Здрасте, Бенда. Так, он здесь. Пока без единого скримака. Опа, Фантом Фокси, зря не следил за ней. Здрасте. Так, он здесь. С этой стороны. Я тебя только прогонял. Погоди,
Все. Молодец. Так, а ну что это? Пять часов. Все, освежили память. Его. Ванда, ты чё? Сдурел, чули? Опять ты. Блин, надо... Вот почему ты не говоришь СМИ? Как все аниматроники, то есть Golden Freddy. И Golden Freddy твой собрат. Всё, открыл все камеры. Всё открыл. А хотя Golden Freddy во FNAF 3 есть, только он также появляется, только с другой стороны. То есть где там Springtrap нападает? Fun Time Frenzy. Вот я говорю, Ванда Golden Freddy. Вместо Bonnet Low Beat. Все ясно, нормал. Все, ребят, пошла жесть. Пошла жесть. Так, я смотрю, здесь. Все, спасибо. Теперь мне только остается с... Угу. Блин, как мне нравится голос Fun Time Freddy. Очень сильно, прям душой. Свидание. Вас кто звал? Это что, я после конца видео покажу, что я у меня увидите сами. Так, Ванда. Так, он. Рандомно будет вот так, а я буду закрывать оба двери. Так, он с этой стороны, как понимаю. То есть, если что, я начал на... Олег Фазбер 2.0 прохождение на Fire. Сейчас скину ссылку в комментариях. Вот. Так, там, я там. В общем-то. Первый. Ну, в общем-то, вы сами посмотрите. Блин, мало я слежу за Fun Time Foxy, потому что я уделяю время только дверям. А я про неё-то забыл. Никакого сюрприза.
То есть один скримак только фрикол. Все. Все. Больше никакого. Свидание. Лол. Да, круто. Разговаривает Fun Time Freddy. Мне нравится. Он топ втором. Топ-1. Бонни это самый первый мой любимый персонаж. То есть Бонни самый любимый персонаж. А Fun Time Freddy просто любимый персонаж. Скоро будет. Freddy Fazbear. Freddy Surprise. Интересно. В общем-то. Ну еще в конце проплавишь кого-то еще. Типа. Не-не-не. Лучше закрою. Потому что Fun Time Foxy. Бежать. Рам. Рам, паза, рам. Ага, все, ясно. То есть все, мы почти прошли. Давай, показывайся. Побежали. Я мало времени тебе уделяю, че не бежишь? Фантайм-фокси. Ну куда это? Фокси, бежать будешь? Он даже назад он прошел. Пора возвращаться домой. Ну что ж, ребят. Можно заканчивать. Но после того, как мы закончим, я хочу вам кое-что показать. Это важно. Короче, у меня появился аккаунт на Supercell. Вот. Сейчас вы сами увидите. Вот. Я сейчас могу всех принять, друзья. Если все, если вы хотите меня найти, вот. Пожалуйста, вот мой ID. Если что, будем сниматься. Будете принять. Ну, если что, хотите. Как хотите. Все равно. Приглашаю вас на мой Supercell. И плюс еще один чувак, который забыл про пиарик. Подпишитесь на канал Пурпур. Тоже крутой пацан. Создатель игры 5 ночей у ежика. Да, кто не знает, тот не знает кто. В общем-то, всем советую. Стримы иногда бывают, то есть... Всем советую. Если никто не подпишется, то тому на стриме, который будет, бан. А если не подпишитесь, то класс. Все равно подпишитесь тех, кого пропиарю. И в общем-то, всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.